Всем привет, с вами StuffPro, и сегодня я покажу мод на новых големов для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляются настоящие новые големы, которые вы можете построить в режиме выживания или с помощью режима креатива. Что ж, после того, как вы построили голему, вам понадобится специальная штучка, которая находится в этом разделе, который вы видите сейчас на своих экранах. Ну что ж, просто берете эту штучку и тапаете по этому голему, и у вас появляется настоящий каменный голем, или может быть адский. Может быть, какой-то еще. И что ж, давайте сделаем адского голема и посмотрим, что будет. Вот у нас появился, и у нас появился очередной вылет, который случился именно в этом моде. Вот такая печалька, печалька. Но мы это сейчас переживем. Вы можете перемотать этот момент или подождать вместе со мной. Да, к сожалению, мод еще нестабилен, поэтому на некоторых големах ваш мод может вас подвести. Поэтому все нужно проверять. И этого голема мы больше спавнить не будем. Так, давай, включайся, бок-лаунчер. И давайте мы, ребята, идем обратно. Так, голем мы тебя пропускаем и идем дальше. Дальше у нас идет золотой голем. Привет, дружок, у тебя дела хорошо, да? В отличие от меня. И у нас идет дальше алмазный голем. Он очень дорогой, потому что он строится из алмазов. И ХП у него будет очень-очень много. Это у нас уже такой синий голем, я забыл, как называется этот блок. Ну, вы можете написать в комментарии, да, я забыл, честно, но мы тебя, дружок, сломаем. И да, к сожалению, не все големы строятся из всех блоков. То есть, некоторые блоки просто-напросто из этих блоков голем стоять не будет. Сейчас вам докажу, вот из этого блока ваш голем, к сожалению, не получится, но все же в этом моде многие блоки адаптированы под голема. Как видите, ничего не получается. Но все же с адским големом я вам не рекомендую связываться. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.